Итак, всем очень доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре хит 2017 года в мире игрушек «Интерактивная обезьянка». На самом деле, очень долго выбирала подарок для своей 5-летней племянницы и решила остановить свой выбор на вот этом вот милом, симпатичном зверечке. Упаковка пришла, на самом деле, достаточно праздничная, новогодняя. Очень хорошо смотрится, дополнительно, в принципе, уже ничего не потребуется. Внутри инструкция, которая все достаточно подробно объясняет. Инструкция на английском языке, но, в принципе, все понятно, то есть, что нужно делать, как воздействовать на нее, чтобы получить то или иное действие. Сама обезьянка черного цвета находится в пластиковом боксе, что позволяет защитить ее при транспортировке от каких-либо повреждений. Вот так вот это выглядит. Мне кажется, достаточно подарочно. Обезьянка достаточно небольшая, хорошо помещается в детских ручках, всего 12 сантиметров. У нее резиновые лапки, ножки и хвостик. На задней части находится динамик, где звук, бокс для батареи. Оживить зверушку можно путем переключателя на голове. Вот таким образом. Прикольно она реагирует. Итак, можно на нее подуть. Большое множество. Есть вот такой вот вариант, ну, практически как настоящие обезьяны общаются. На ваши действия обезьянка реагирует. Она может производить не менее 40 звуков и выполнять много действий. Она может моргать глазками, поворачивать головой. Ее можно зацеплять за хвостик вниз головой. На громкий звук. Она реагирует. Можно повесить ее вниз и также вот так вот она реагирует на хлопок по голове. Сейчас пройдет 5 секунд. Обезьянка уснула. В целом эти удивительные обезьянки с удовольствием идут на контакт. Они хорошо цепляются за пальчики. Удобные. Можно повесить ее на рюкзак. И ждать от нее соответственных действий. На мой взгляд, отличная обезьянка-хулиганка. Предлагаю заменить современные гаджеты на такого настоящего друга. В целом, думаю, что это отличный подарок. Хоть на Новый год, хоть на день рождения. Детям будет интересно. Ну и думаю, что ей тоже будет интересно пообщаться с вашими детьми. Спасибо.